Физкульт, привет! Впервые в нашем проекте женский Bass Wars. Партнеры нашего сегодняшнего выпуска – бани Алексеева, которые недавно открылись в Подольске по адресу улицы Генерала Смирнова, дом 1. Баня Алексеева – самая большая парная в России. Легкий, мягкий, вкусный пар. Изысканная архитектура, первоклассный сервис. Приходи, открой для себя все прелести настоящей русской бани. Ищите сайт и соцсети бани Алексеева. Будьте в курсе событий. Мы очень благодарим бани Алексеева за помощь в развитии проекта, воркаута и спорта в целом. Спасибо. Привет. Привет. Скажи, откуда ты к нам приехала? Из Санкт-Петербурга. Ты приехала сюда специально для баттла с Натальей Малеевой. Я приехала для Наташи Малеевой, но она заболела. Мы нашли тебе сегодня нового соперника. Это Аида Сахибова из команды «Подольск Воркаут». Что можешь рассказать о ней? Ну, Аида девочка сильная, она тренируется с весом. Я следила долго за ней. Писала мне то, что я ее мотивирую. Принца на две хочет тоже выучить. Кстати, интересная история с принцом на две. Насколько я знаю, в воркауте сделал его тоже человек по фамилии Чумаков. Да, фамилия. Алексей Чумаков. И вот у меня главная мотивация была то, что я тоже Чумакова. Ну а сложно было делать принца? Это же довольно-таки такой мужской. Нет, у меня база очень хорошая была, и я смогла его выучить. И у меня мой молодой человек мне подсказывал подводящие упражнения. И так получилось, что я его выучила. У нас сегодня будет новый формат Bass Wars. Насколько я понимаю, ты к нему не готовилась, так как готовилась к Наталье. И Аида, так как вышла к тебе на замену, в принципе, я не думаю, что она прям специально к тебе готовилась, специально к этому выпуску. Как ты думаешь, вы сможете сегодня показать уровень? Я приехала из Питера не для того, чтобы проиграть. Я приехала именно за победой. Желаю удачи. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Получается, ты вышел на замену Малеевой, которая должна была приехать батлиться с Чумаковой. Но Малеева, к сожалению, заболела. Мы, конечно, ее очень ждем. Но это не совсем замена, так как у нас будет не батл, а будет Bass Wars. Ты можешь как-то это дело прокомментировать? Готова ли ты к Bass Wars? Готова ли ты к такому сильному сопернику, как Чумакова Татьяна? В принципе, я не готовилась, но я постоянно тренируюсь, и мне несложно выйти и показать свой уровень. Как ты оцениваешь уровень своего соперника сегодня? Это самый сильный атлет по всей России. У тебя есть что противопоставить? Думаю, я справлюсь. Желаем удачи. Спасибо. И сегодня соревноваться между собой будут сильнейший атлет Санкт-Петербурга Татьяна Чумакова. И сильнейший атлет из города Подольска Аида Сахибова. И судить нас сегодня будут Виталий Зуев и Артур Селищев. Начинаем. Раз, два, три. Поехали! We'll be right back.
хотите кое-что тоже. В первом женском Base Wars Versus побеждает участница команды Подольск Воркаут Аида Сахибова. Это был первый женский Base Wars. Пока!